День добрый, добро пожаловать, с вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube канал Let's Play по-русски. И мы продолжим играть в игрушку Thief, и, ну что ж, я еле вовремя отцепился, я еле вовремя ушел, да, чудом ушел, абсолютно чудом. Так что давайте посмотрим, так, здесь стекло, давайте туда не будем идти, а пройдемся здесь, вокруг, и посмотрим, что здесь происходит. То есть, по-моему, там наверху стоит охранник. Но... Я стреляю лучше, чем старый герцог. Господи, я подумал, он заговорил из-за меня. Так, погода что за новый меняет. Документ? Халявное место. Не шуми, не свинячь, выколачивай трубку. Не выколачивай трубку на пол. Разбитое стекло, хватит. Ага, ну это просто предупреждает то, что... У нас есть разбитое стекло, не шуми. Так, наверх мне не нужно идти. Давайте здесь сломаем дверь. Так, отлично. Отлично. И... Есть. Есть. Хорошо. Все. Господи боже. С кем он там разговаривает? Так, здесь стекло. Здесь у нас можно открутить штуку. Хорошо, давайте заберем. У меня бутылки, по-моему, с собой нету. Да, давайте я возьму бутылку с собой. Давайте здесь закроем. Я там вдали вижу, что-то светится, блестит где-то наверху, но... Как вы уже заметили, да, я как бы... Мне хочется собрать, но иногда просто уже не может. Так, давайте здесь тихонько спустимся. Хорошо. И пойдем соберем, что это такое. Уведомление о ремонте. Внимание, в настоящее время идет реконструкция, осторожнее с материалами. Ловец воров будет лично следить за соблюдением условий, понятно. Хорошо. Так, что у нас здесь такое? Так, коробка, в которой можно спрятаться. У нас здесь это наверху. Давайте я... Так, первое. Я постоянно забываю включить мини-карту. Она очень нужна, она очень-очень помогает. Просто сориентироваться, куда я иду и что происходит. Давайте пройдемся здесь. Раз я могу, раз есть возможность. Хорошо. Так, давайте соберем увеличительное стекло. Посмотрим, что у нас здесь есть такое. Ничего. А, о. Правда, я не очень понимаю, куда я иду. Но сейчас мы тут поворуем. А потом пойдем и найдем, куда мы шли. А то... О, стрелы. Какие-то новые стрелы. Тупые, много-много-много всяких стрел. Класс. Это не зря. Так, давайте еще раз глянем. Осмотрим всю комнату. Хорошо, все понятно. Тогда подходим сюда. И... И поднимаем. Хорошо. Что у нас тут такое происходит? Количество дерьма, чем вся наша стража. Теперь мрак и до богата добрался. Но генерал будет доволен, как идет наша зачистка. Зачистка. Ага, то есть они там что-то о трупах разговаривают. Отличная тема. Тут трупов вокруг, и они еще о трупах разговаривают. Так, это то, откуда я пришел, то где я спустился. Или как? Или что? А, нет, вот я. По-моему, я тут еще не был. По-моему, я могу здесь наверх забраться. Что мне подсказывает синий свет на решеточке. Это я молодец. Первое. Сундук увидел, и слюнки потекли, и так. Охранников куча, стекло подо мной. По мне, так все жмуры одинаковые. И еще там кто-то расхаживает туда-сюда. Просто чудесно. Это тоже запишется. Так. Ну давайте понадеемся, что к нам никто не подойдет. Все, давайте. А, как раз это открытый сундук, все понятно. Так. Давайте возьмем стрела. Все, тихонечко. Тихонечко. Так. Ой, что-то он что-то сказал, но я не услышал.
О чем он сказал? Поздно уже. Так, там у нас вазочка стоит. Но я могу здесь спуститься, там выключатель сразу же. Давайте тогда. Господи, что он? Из ниоткуда. Гнойные язвы. Зачем так резко о такой неприятной теме? Давайте просто подойдем и в наглую. Вот так вот. Абсолютно нагло. Так, хорошо. Как раз. В столе бывают шуфлядки. В шуфлядках бывают вещи. Вещи бывают нуждами. И крадутся очень чудесно. Так, хорошо. И... Ага. Окей. Так, ну что, давайте пойдем дальше. Я понимаю, что я целую комнату пропускаю, но... Что поделать? Так. И мне маленький голосок внутри. Вот что поделать. Вернись, обойди всю комнату. Господи, боже мой, что ж меня так развернуло? От того, что я закрыл дверь. Так, первое, это... Господи, тут стекло везде. Везде валяется стекло, но... Он тут один? Как светло, как неприятно. Да, по-моему, он тут один. Так что его можно отключить и тогда воровать все, что угодно. Что такое? Вкусно блестит оно. Так, тихо. Дайте мне закрытую дверь, и я ее открою. Но таких механизмов я еще не видел. Ага. Пока тут есть ключ. Так, парень, извини, но... Сундук. Давайте потопчемся по стеклу, пока у нас есть возможность. Вот так вот. Так, хорошо. Ищем точечку. Отлично. Оп. И еще раз. Оп. И еще раз. Угу. Хорошо. Так, это то, где у нас валяется ключ от этой двери. Да, очень похож на... Высотное здание. Вот на что он похож, да. То есть, не на лучшего друга хозяйки. Нет, на высотное здание. Так, давайте нажмем. Ага. Ух ты. Ну, пока что не пойдем туда. Давайте посмотрим. А как? Скорее всего, оттуда можно поверху. А здесь уже не заберешься обратно. Ну. Фу. Фу такими быть. Так, это... Так, фляга. Ну, давайте пойдем дальше. Так уж и быть. Конечно же, вот ту штуку, которая блестит сверху, очень хочется, но... На, перехочется. Так, давайте откроем. Тихонько. Так, пройдите путем мертвых. Цепляйтесь за крюк. А еще один крюк. Давайте посмотрим сначала, что у нас здесь такое. Это, по-моему, это намек. Знаете, когда много вещей, которые поднимают жизнь перед боссом, то много стрел — это легкий намек на то, что их нужно будет использовать. А, сундук. Еще один. Хорошо. И еще раз. И еще раз. Так, отлично. Вскрываем. Ложка. Ложка. Нож. И вилка. И вилка. Все позолоченные. Так, как... Я явно не нажал на нужную кнопку. Давайте вернемся. Подождем, пока проедет следующий труп. Проезжай. И ехай дальше. Так, давайте. Вот, да, хорошо. И теперь нужно вспомнить, на какую я тогда кнопку в панике нажал, чтобы отцепиться вовремя. Потому что я уверен, что игра сделает со мной снова так же. Вот он я. Я вешу на крюке. Стреляйте в меня сколько вам угодно. Это нехорошо. Я не за такие вещи.
Так что нужно сейчас. По-моему, я нажал на что-то на мышке, то есть я панически начал долбить по клавиатуре, и она отказалась работать. Ну и потом я нажал на мышку, и случилось. Так что давайте сейчас посмотрим. Так. Для Мэткетса Корнелиус очень прыткий. Придется побегать. Мне нужно его кольцо. Да. Да, да. Правая кнопка мышки. Огня хватит на всех. Шутник. Шутливый шутник. Богатый. Такому шутнику нужно шуточник отбить. Так. Вы все сгорите. Он еще и философ. Молодец. Молодец. Я бы такому человеку оружие не... Я ей сказал, плевать, если у твоей матери чертов мрак. С нами жить она не будет. Вот ты где. Простите, сэр. Что было на этом трупе? Ничего. Ничего. Нет. Я как раз собирался взять следующий труп, когда пришли вы. Я же многого не прошу. Уважение. Должны делать то, что я, блин, скажу. Брось его в печь. Проверь, нет ли денег. Чтобы стрела не пропадала. Лишаешь трупа остатков достоинства и всех ценностей. Ловец воров хуже, чем о нем рассказывают. Я украду кольцо обратно. Ну, по-моему, нам всем теперь понятно, что он злодей. Как бы игра не могла выразиться еще четче. Как бы тут уже еще четче уже просто невозможно. И своих убил, и труп взрезал. Ну, тут просто злодей, злодейский злодей. И у него еще усы закрученные, так что полный комплект. Я очень хотел это кольцо. Так. Что в нем такого? Давайте, оп. Не хочу гадать. Не суй нос куда не следует, целее будешь. И все же? Оп. Мне раньше не попадались трупы с кольцами. Слушай, как думаешь, а может еще... Колечко. Ну, большое колечко. Интимные кольца, а? Что еще за интимные кольца? Это кольцо для, ну, в общем, твоего мужского пальца. Ты чего, придуриваешься? Не-не, многим нравится. Богачам, во всяком случае. А ты не знал? Вроде как помогает его поднять. Одна девочка из цветочков сказала моему брату, что на крайняк помогает увязать узелком свиную кишку. Я тут мертвеца за жопу держу, а ты мне баишь, как твой брательник конец узлом завязывает. Свиную кишку. И гони на моего брата. Он умер недавно. Ну ты, еще. Отлично. Это им плюс. Огромный плюс за этот диалог. Так, тихо. Где была блестяшка? Вот. Так. Хорошо. Лайк. Так, явно сюда. Так. Сквозь окно? Нет. Как же она узнала? Может.
быть, обойти как-то. Вон, я вижу. Можно наверх забраться. Так. Хорошо. И мы, конечно же, идем в другую сторону. Нет, теперь мы в правильную сторону едем. Отлично. Так. Тихонько. Так. Что, сейф? Почему очередной они так любят фонари и лампы? Что они... На что они им сдались? Любой другой. Так. Печать. Давайте пройдемся. Там ручка, это сейф. Давайте откроем сейф. Ага. Вот мы, то есть мы можем по очереди. Хорошо. То есть теперь так. Так. Нет, это... Давайте сконцентрируемся на центральную деталь. А, то есть, видите, там круг есть. Вот. Все отлично. А то я на левый верхний угол смотрел. Что тут происходит? Нужно по центру смотреть. Монета. Кольцо. Корнелиус. Ага. Откройте эту дверь. Сломайте, если придется. Мне, по-моему, стоит уйти. Очень, очень. У меня очень. Есть кольцо. Вы приедете. Так. Но мне еще надо выбраться отсюда. Отлично. Я надеюсь, это не на время. Я надеюсь, они мне дадут время немножко освоиться и убежать. Так. Было бы жестоко, если бы это было на таймере. Так, спокойно. Факел. Незажженный факел. У нас тень по краю проходит. Так. Давайте за собой закроем дверь. Я сказал, закроем дверь. Та-та-та-та-та-та-та-та. Так. Он как-то ко мне сзади подобрался. Нужно было уворачиваться. Но давайте его сможем оглушить. Да. Так. Ну, я убегаю, мне можно. Ну, конечно же, перед тем, как мы убежим, мы заберем все, что здесь не привязано, но это само собой разумеется. Баланду. Кто-то там. Кто? Что он про баланду? Шаландает про баланду. Про баланду. Баландает. Шаландой. Так. Дяденька. Дяденька, остановитесь. О, господи, я чуть этого не пропустил. Я думал, сейчас я обойду его, а он стоит в... Хорошо. Так, где наша бутылка? Просто ноль. Нажимаем. Все, без этих, без всяких. Так. Я тебя найду. Не-не-не-не, к бутылке иди. Уп. Кто-кто? Нет, никто. Я тень, которая только что пробежала, как слон. Протопала. Нет места как раз. Давайте сейчас пополню. Тогда маг. Генералы наконец-то нашли переключатель. Оп, па-па-па. Так, бьют тревогу. Готовы, парни. Давайте тогда попытаемся сейчас все-таки уйти от этого всего. Так, и наверх.
Хорошо. Так. Что здесь происходит? Ага, у них две точки над глазами, а то есть они готовы. Так. Давайте я сейчас возьму, потушу свет. А, он может подойти и его вернуть. А я могу ему потушить прямо в руке факел? Да, они могут их разжигать обратно. Так. Конечно же, можно было бы прорваться по-жесткому, но, конечно, хочется красиво. Хочется элегантно, чтобы было. Какие у меня еще есть стрелы? У меня есть зажигательные стрелы, которые явно не элегантные. Далеко не элегантные. Ну что, давайте тогда пройдем. Здесь по крыше дальше. Обратно? А ты твою налево. Что? Шкаф. Сидим. Не дергаемся никуда. Я в домике. Я в домике, все, меня не видно. Иди отсюда, резкий-то наш. Так, хорошо. Я надеюсь, он все, он тут прошелся. Ну, как бы. Надеяться не вредно. Давайте я скушаю. Так, чтобы была полная жизнь. И выйду отсюда. Угу. Так, они явно готовы ко всему. Какие у меня... У меня есть зажигательная стрела. Я могу, например, ее выстрелить и отвлечь их внимание. Так. Отлично. Сюда. Все, спокойно. Спокойно. Здесь у нас фонарь. Но я думаю, я прорвусь. Давай. Так, свечи. Тушим. Хорошо. Адреналинчик-то адреналинит, скажу вам честно. Так, все, все. Всем спокойной ночи. Надеюсь, больше не волнуйся. Да, это было неплохо. Так, давайте продолжим, давайте еще немножко побудем здесь. По-моему, серия просто еще, блин, коротковатая. Давайте посмотрим, что тут будет. Так, давайте глотну чайку пока что. Угу. 5 ночей спустя. В этом сундуке я храню свои припасы. Надо собраться перед выходом. Здесь можно хранить особо приглянувшиеся находки. Сейчас тут только пыль. Как... Иди в черный переулок. Все остальное я не успел прочитать. Отлично. Так, ну что же, давайте тогда пойдем. По крайней мере, по направлению к черному переулку. Я сейчас вот пытаюсь вспомнить, сколько у меня денег.
Может быть, стоит сходить сначала к продавцу, я даже не знаю, мне достаточно стрел. Но... Хотя к продавцу тоже можно было бы, может быть, там апгрейды какие-то появились хорошие. Внимание, чернорукие! С этого дня любой гражданин, пойманный на воровстве... Я понял. Знаете, почему становится все тише? Потому что... Из рук в руки без ведома Басса. Да. Он говорит, что у него дар. С высоты своего опыта вынужден согласиться. Звук становится тише, потому что игра симулирует дальность. А то есть, чем дальше камера находится от героя, тем... Да, тем тише все происходит. Все понятно. Я тебя раскусил, камера. Все понятно. По-моему, я в прошлый раз, то есть в этот раз не очень-то много денег собрал. То есть при этом я преувеличиваю то, что я собрал. Я вообще, по-моему, денег не собрал. Так, ну что ж, ничего не страшно. Давайте зайдем в кабак. Посмотрим, что у нас здесь еще есть такое. Так. Это мне сюда нужно? Нет, это... А Басса не... Нет, так. Ограбить Басса это, как бы, не наш стиль. Так, у него... Мы можем зато у него всю газету прочитать. Так. Человек кричит, пускай он кричит. Кто-то храпит. Пускай он храпит. А где продавец? Это не самое ужасное. Пришлось зайти в переулок по малой нужде. Подождите. Тут я случайно уронил брошку в канализацию. А, вот он, господи, я уже думал, я его потерял совсем. Да, 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 давай. А, 700 золота у меня. Хорошо, так, давайте пойдем в инструменты. Инструмент, при помощи которого вырезают картины из рам. Да, 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 да. Да. Отлично, далее. Кусачки. Инструменты, используемые для обезвреживания ловучек и сигнализации. Да, абсолютно, да, абсолютно. Так, хорошо. И у меня еще 200 золотых. Давайте попытаемся сходить к вот этой вот старухе, которая тебе бедняками заправляет. Посмотрим, сколько у нее апгрейды стоят. Потому что я пока что... Я даже в прошлый раз тогда не посмотрел. Так что давайте, я думаю, я здесь могу быстро пробежаться. Долго не останавливаться. Хорошо. Так. Сама королева попрошаек. Мы сейчас не идем, не поверишь. Так, я... Ага, я могу устать. Хорошо, ну, я достаточно долго могу бежать. Перед тем, как устану. Так, вот, мадам. Ты пришел за моим советом, дитя теней? Да. 150 золота, да. Давайте. Очень мило. Отлично. С твоей стороны. Давай выпьем чаю. Не надо. Я скажу тебе честно, ты меня пугаешь. Совсем немножко. Давайте сейчас посмотрим тогда. Так. А, нет, это, по-моему, F1. Навыки концентрации. Так, интуиция у нас вся развита. Ловкость. Украсть несколько предметов. Чутье. У нас есть эффективность. Расход концентрации. Значительно уменьшает дальность прицеливания. Скорость. Время стрельбы. Бой. Способность оглушать врагов одним ударом. Сконцентрируясь на зрении. Чутье. Давайте все-таки... возьмем эффективность, чтобы у нас фокус расходовался меньше. Так. Да. Отлично. Хорошо. И у нас тогда будет вторая эффективность, следующий ход. И тогда давайте я на этом закончу. Я говорю, Что это такое? Ага! Ага! Я не знаю, что это такое, но теперь это моё. А, это, скорее всего, можно скрутить во всех местах, которые такие важные. Можно везде украсть. Хорошо,
Клептоман до конца. Будем воровать даже не полезные вещи. Чудесно. Ну, о чем это я говорил? Я говорил о том, что я хочу осмотреть еще все своим зрением. Нет, больше тут ничего нету. Но вот что я вам скажу. Мы тогда продолжим в следующем видео, пойдем по нашему главному квесту, и я попытаюсь принять все дополнительные квесты, которые мне еще обещали. И я тогда говорю вам еще раз большое-большое спасибо за внимание, и мы увидимся в следующем видео.